Я всегда говорил, полиция на самом деле ваши друзья. Привет, ребят! Последнее время мы были заняты чуть менее масштабными проектами, нежели вывешивание плакатов против Путина на мосты. Но при этом эти акции были более эффективны, нежели, опять же, тот же самый плакат. Ведь их увидело гораздо большее количество людей, и это смогло их воодушевить. У нас было 2 пакетика с игрушками, рыбка, кукла с Путиным, сотни пропагандистских листовок, клей, много клея, десятки плакатов всех цветов и размеров и большой баннер с Путиным. Также 2 небольших стенда, 20 шаров, немного смекалки и чуть-чуть смелости.